Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 9 декабря. Люди в связи с отключениями света уже начинают потихонечку исполнять. Вот дедушка в супермаркете Таврия Б решил побриться, пока дома нет света. Также появилась информация о том, что на Богдана Хмельницкого пенсионеры с плакатами «4 дня без света» пытаются перекрывать дорогу. Также у нас в Одессе уже возле метро начали продавать первые елки. Цены космические, начиная от 3000 гривен и выше. Что касательно обстановки со светом в городе, вы видели, кто смотрел все мои видео, сегодня с утра был в центре. Значит, в центре вообще проблем никаких нету, все работает, генераторов не слышно, везде светится свет и в квартирах, и фонари, и светофоры, но все работает, то есть в магазинах есть свет. Вот. Где-то часов 12, по-моему, у меня тоже включили свет, до сих пор еще не выключали, поэтому, в принципе, со светом обстановка более-менее нормальная. Судя по всему, те люди, которые до сих пор остаются без света, это там идут непосредственно поломки, ну, аварийная какая-то поломка. Вот, а так, в принципе, в Одессе свет дали, все в порядке. Я на связи, не забывайте подписываться, до встречи, всем пока.